Обманутые дольщики с Парковой 79 получат квартиры до конца года. Мэр города Василий Швец и анапский межрайонный прокурор Сергей Чекаров посетили бывший долгострой и обсудили с инвестором, как проходят работы. Мэр Анапы отметил, что здесь необходима хорошая детская площадка, ну и, конечно же, озеленение. А Сергей Чекаров обратил внимание на важность строгого соблюдения графика работ и контроля качества. Напомним, что строительство жилого комплекса по улице Парковая 79 началось в 2013 году, но из-за мошеннических действий прежнего застройщика, признанного банкротом, остановилась. Мэрия Анапы привлекла инвестора, который принял обязательства по завершению строительства. В 2023 году объект был исключен из реестра проблемных.